Я считаю, что очень символичный день сегодня, что скульптуры двух видных деятелей олимпийского движения, основателя Пьера де Кубертена и Бутовского, нашего генерала, скульптуры возвращаются на свое практически историческое место. Добрый. Нормально? Конечно. Знаешь, я хочу сказать на камеру. Да ладно, если ты не пустой, скажи. Не, это я пустой. Ну пустой. А на ушко, на ушко. А чего? Да, а ты тоже играл тогда? Да. Я просто. Я тебя не помню просто. Я тебя тоже особо не помню. Масанья. Такой Брун. Масан был? А, я уже. Снова на манеже все те же, Саныч. Момент, человека осталось от состава с матчем чемпионата с Оренбургом. Все-таки три человека из состава, который приближен к основному. По какому принципу вы решили, что этим ребятам надо сыграть, получается, второй матч за три? Ну, есть ротация. Мы есть от чего оттолкнуться, выбирая этот состав. Так и пока начнем все-таки несколько футболистов, которые, скажем, последние матчи выходили, появляются сегодня в стартовом составе. По какому принципу вы определяли, вот, кто из этих ребят, которые играют в чемпионате, может появиться сегодня? Ну, максимально даем возможность играть тем, кто получает меньше игровых прав. Сейчас давайте команду пропустим, да? Команда. Как дела ваши? Привет. Давай.
Легкие, что видишь? Сами держи свои вещи. Рейнджер! Привет. Давай без синтов. Ой, Паша. Нет, не брать. Сделай. Паш, не брать. Как он брать? Ниже, бери, ниже. Дай, Илюха. Че, все что ли? Давай больше. Полбанка. Куда ты все ее? Все, улыбаемся, улыбаемся все. Космическая форма у крыльев Советов. Ну и давайте состав полностью голосом. Вот только если эта атака не приведет к голу, опасность сразу возникает у ворот Зенита. Забить не получается. Есть второй шанс.
да, наверное, не хватает в этих атаках, или вы не согласны? Ну, возможно, где-то да, надо побыстрее играть всего, вот, чтобы Кэрри не успевали возвращаться. Пока мало быстрых атак, чем мы сильнее, так что, надеюсь, в том году появятся и зоны, и у нас будет возможность стартовать. Спасибо. Thank you.
скучал по этому, по этой усталости. Ты даже не представляешь.